Всем привет! По традиции с вами Александр Гребенец и компания ArtSauna. И сегодня я вам покажу классный проект, который мы только недавно закончили. Для нас это была интересная задача. Дано чуть более 4 квадратных метров по полу площади. И по итогу нужно получить шикарную парную. Это был вызов. И этим проектом мы доказали заказчику, а теперь хотим показать и вам, что в маленькой парной не должно быть компромиссов. Дизайн, материалы, печь, а самое главное, пар должны быть на высоте. Но как это все там разместить? Сейчас узнаете. Да, еще сегодня мы встретимся с хозяйкой этой сауны и узнаем ее мнение о результате нашей работы. Уже не терпится начать. Поехали! Друзья, так как сауна у нас небольшая, всего лишь 4 с лишним квадратных метра по полу, решено было сделать фасадную стену из стекла. Прозрачное стекло с бронзовым оттенком. Это позволяет увеличить объемы парной, видно из помывочной все пространство в сауне. И сидя в сауне, видно помывочную зону. Это увеличивает визуально пространство, в котором мы находимся. Особенности данного стекла. Это стекло максимально безопасное и имеет толщину 10 мм, что позволяет поставить стеклянную стену большой площади с минимальными отклонениями и деформациями. Стекло, естественно, закаленное. Оно выдерживает максимальные температурные перегрузки, а самая главная особенность, которую я уже сказал, оно безопасное. И разбить его очень трудно, и возможно это сделать только твердым и острым предметом. Даже если вы это сделали, стекло рассыпается на много мелких, неострых частей, которые очень сложно травмироваться. Если обычное стекло разбивается на острые, большие предметы, которые легко порезаться, то данное стекло я считаю безопасным. Из-за того, что фасадная стена у нас не утеплена, а сделана из стекла, естественно, мы имеем значительные теплопотери. Но так как сауна у нас находится в отапливаемом помещении, эти теплопотери минимальны. И наши инженеры рассчитали мощность электрокаменки для того, чтобы сауна нагревалась достаточно быстро и для того, чтобы поддерживать легко температуру в данном помещении. Мощность печи составляет 10,5 кВт на такое не совсем большое помещение в 4 квадратных метра. Дверное полотно мы разместили прямо по центру парной, ну практически по центру. Беремся за металлическую ручку, естественно, не обжигаемся. И что мы видим внутри? Ручка деревянная, так что при высокой температуре в сауне вы не обожжетесь, можете смело браться за эту деревянную прекрасную ручку. Пойдем внутрь. Ну вот мы наконец и внутри этой небольшой уютной сауны. Как я уже и сказал, площадью 4 квадратных метра, а именно 2,30 в ширину и 1,80 в глубину. Это домашняя небольшая сауна, которая будет дарить тепло и радость нашим владельцам многие годы. Материалы данной парилки выбрали не случайно такими красивыми и интересными. Это канадский кедр на стенах и на потолке, и давно полюбившаяся нам и вам новозеландская сосна на полках. Полки выполнены из 140-миллиметровой доски, что позволяет расширить пространство еще больше и увеличить его в ваших глазах. А изюминка в данной сауне – это парящие конструкции не только данных полков, на котором я сижу, а также парящий потолок, который выполнен с подсветкой, выглядит обалденно круто, как плафон. Целый большой плафон на всю площадь потолка. В маленьком помещении нужно с умом использовать каждый сантиметр пространства. И именно поэтому наши дизайнеры проектируют и продумывают все тонкости и детали заранее для каждой сауны. И именно поэтому в данной парной полки сделаны парящими, чтобы зрительно не съедалось пространство. Поверьте, друзья, невозможно добиться такого лаконичного дизайна и грамотного расположения всех элементов без проработанного проекта. В каждом нашем проекте мы делаем 3D-визуализацию. Именно большая работа на этапе проектирования позволяет осуществлять нам монтаж в рекордные сроки. Данная парная была изготовлена за неделю. А также это позволяет заказчику увидеть свою баню еще до начала работ. Вы сами можете сравнить. Слева проект, справа результат. Есть сходство?
Друзья, как я уже и говорил, печь мы использовали здесь электрическую. Это электрокаменка от Туликиви. За моей спиной вы видите модель Туиску в облицовке из сталькомагнезита. 10,5 кВт мощность данной печи для того, чтобы обогреть данную сауну с фасадом из стекла, а также поддерживать температуру в данной парилке. Данная печь управляется таким оригинальным пультом управления от компании Туликиви. Он есть в двух исполнениях, в двух вариантах. Это черный цвет и белый цвет. Здесь мы использовали черную панель. Вот мы можем выбирать здесь температуру. Сейчас стоит 65 градусов. Ну вот мы можем поставить, давайте 70. Включаем. Таймер стоит на 2 часа. Через 2 часа печь сама отключится. Данную стеклянную модель этого пульта мы установили непосредственно в самой сауне. Это возможно сделать на высоте не более 90 сантиметров от пола. Именно на этой высоте нагрузки температурные не влияют на работоспособность данного пульта. Спросите вы у меня, возможно ли сделать микроклимат русской бани в сауне с электрической печью? Конечно, отвечу я вам, с данной печью Туликиви это возможно. Во-первых, это камень натуральный талькомагнезит, о котором вы уже неоднократно слышали от меня. От него мы получаем лучистое тепло, а также можем, к примеру, прогреть спину. Вот на данный момент каменка у нас включена. Здесь температура порядка 50 градусов, в парной уже очень тепло, мы открыли даже окошко. Но камень прогрелся до хорошей температуры, когда я могу греть спину. И это актуально для людей, у которых, например, больные суставы. Можно греть локти, руки. И здесь, так как полки парящие, удобно свесить ноги в обратную сторону и прислониться спиной к данной печке. Это опять к вопросу, почему мы разместили печь таким образом. Встроили, интегрировали ее в полок для того, чтобы максимально заполнить все пространство, и оно казалось у нас законченным. Это мы осуществили. Во-вторых, камни разогреваются в данной печке до очень хорошей высокой температуры. Как мы уже знаем, чем выше температура камней, тем лучше и выше качество пара. Соответственно, с данной печью мы можем сделать как режим суховоздушной сауны, так и режим русской бани. И можем париться с вениками на шикарном полке а-ля парильный стол из новозеландской сосны, который шириной 750 миллиметров. А в-третьих, данная печь очень хорошо и быстро разогревает камни и саму облицовку. Вот за 30 минут у нас камень очень горячий, и парообразующая масса, в принципе, готова для образования пара. В-четвертых, это, конечно же, наличие окна. Если вы планируете париться в микроклимате русской бани с вениками, то наличие окна обязательно. И лучше это сделать еще на этапе проектирования, как мы сделали в данном конкретном случае. В данной парной мы использовали алюмо-деревянное окно. Это очень классное премиальное качество. Вы видите накладку из дуба, светлый натуральный дуб без покраски. Это высококачественная фурнитура, а снаружи сделана алюминиевая рама, покрашена в цвет фасада других окон. Двойной стеклопакет с закаленным стеклом и сама рама, само окно получается достаточно толстым, минимизирует все теплопотери и работает только при открывании, когда нам нужен свежий воздух, свежий кислород, либо сбросить лишнюю температуру. Вот открыли, все, пожалуйста, сейчас лишняя температура уходит. Само собой, данная сауна смотрелась бы иначе, без правильной подсветки. Как вы уже успели заметить, в этой парилке буквально все парит. Полоки, потолок. И эта легкость, именно эта легкость немного расширяет пространство. И все подсвечено. И потолок парящий, и парящий полок, а также подспинник. Здесь, как всегда, мы использовали светодиодную подсветку классом защиты IP68. Данное освещение мы управляем с помощью дистанционного пульта управления. Кнопочка «Включить», «Выключить». Разные группы освещения. Это мы оставили только включенным потолок и выключили нижнюю подсветку. Включили нижнюю подсветку, выключили потолок. А самое главное, мы можем диммировать все это, то есть сделать ярче или тише освещение. Дорогие друзья, я рад представить вам хозяйку этой замечательной парной.
Оксана, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да. Подскажите, пожалуйста, как в целом относитесь к бане и почему для себя решили сделать свою собственную парную? К бане отношусь прекрасно, отношусь очень хорошо последние, прошу прощения, 40 лет. Очень люблю, люблю именно финскую сауну, сухой пар. Мне видится, что это очень полезно для здоровья. Я себя очень хорошо чувствую в самой сауне и после сауны. У меня и настроение поднимается, и улучшается самочувствие. Вот, собственно, про баню как-то так. У меня есть сын и замечательная невестка. Невестка парильщица и предпочитает русскую баню. То есть мы, в общем, хотим удовлетворить всю семью вот этой замечательной сауной бани. Решили скомбинировать, и да. Это у вас получилось. Да. Подскажите, как нашли компанию «Артсауну», как на нас вышли? Компанию «Артсауну» нашла по совету друзей, точнее сказать, по совету коллег. Вообще в этом доме живем последние 9 лет, и все 9 лет хотели сделать сауну, баню, но не знали, как подступиться к этой идее. Вот когда коллега несколько раз рассказал в красках с очень позитивными эмоциями по поводу сауны вообще и по поводу компании «Артсауна», вот решили, что надо, в общем, в конце концов и познакомиться, и сделать. Ну, познакомились и сделали, и все пока замечательно, прекрасно, тьфу-тьфу-тьфу, по чудесному дереву. Оксан, все ли устроило в работе с нами, что понравилось, что не понравилось? Вкратце, тезисно расскажите. Я думаю, что понравилось все. Не понравилось, не могу сказать. Понравилось отношение к делу, к заказчику. Была сложная ситуация в прошлом году, понятно, пандемическая, всем было сложно, но вот то, как это все прошли и перешли, все было очень хорошо. Ну, про материалы слов нет, к материалам вопросов нет, ни к нашим, ни к не нашим, все замечательно, и пока все, в общем, очень, очень здорово. Я надеюсь, что пока и вообще. Понравились ребята, которые приехали, все это сделали очень спокойно, очень равномерно. В то же время совершенно без задержек, очень автономно. Ну, скажу, когда они приехали со своей, так сказать, кофеваркой, и самое главное, со своей микроволновкой, то ребята молодцы. То есть не спеша, не суетясь, все отлично. Автономность наша, все. Да, это очень важно на самом деле. По поводу протестировать, скорее всего, еще не удалось, так как весь комплекс находится еще на стадии финального завершения строительства. И протестируете в ближайшее время, правильно я понимаю? Да, протестировала, собственно, я и только сауну, но уже дважды, потому что не могла себе отказать в таком удовольствии. А, уже топили, да? Да, печь? Уже, да, печь топится, дышится прекрасно, топится быстро, в общем, все пока замечательно. А вот что касается русской бани, то есть уже с паром, с водой, да? чуть позже. Хорошо. Оксан, попрошу вас закрыть глаза на минутку и открыть, когда я скажу все. Давай? Да. Спасибо большое. Оксан, я очень рад, что нам удалось сделать для вас такую парную. Самое главное, что вы остались довольны. Да. Мы очень гордимся своей работой и тем, что вам это понравилось. Желаем пользоваться, получать здоровье, эмоции долгие годы. Вот. Спасибо вам за выбор «Артсауна». Огромное спасибо. Вам спасибо за работу. Так случайно получилось, что у меня через там, неделю день рождения. Поэтому с днем рождения. Еще и подарок. Огромное спасибо. Все очень здорово. Спасибо. Дорогие друзья, если вас заинтересовали наши работы, еще больше вы их сможете увидеть у нас в Инстаграме. Там еще масса полезной информации для любителей банных ритуалов. Обязательно поставьте лайк данному видео, напишите любой комментарий, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы спешим уже на следующий объект, чтобы вновь вскоре увидеться с вами. Пока!